Свою позицию медики сегодня донесли до общественности в присутствии губернатора. Игорь Васильев также прокомментировал арест заведующей поликлиники. Со слов Васильева, ситуацию с арестом еще накануне обсуждали с главой Минздрава страны Вероникой Скворцовой. Как отметил губернатор, смерть ребенка по вине матери, если это докажет следствие, эта ситуация, цитата, «дикая», и виновные должны понести наказание. Напомню, мать девочки изолирована и ждет суда. Что касается ареста медработника, такой подход губернатор считает недопустимым. Та ситуация, которая вот произошла, она недопустимая в плане принятия подобного рода мер. Маму малолетнего ребенка, 15 лет проработавшего врачом, так сказать, сразу же заключать под стражу, наверное, мера такая не совсем адекватная. И со стороны регионального правительства мы предложим все усилия для того, чтобы расследование прошло исключительно в рамках правового поля, без избыточного давления, в том числе по отношению к медицинским работникам.